Приветус! Привет! Приветус! Приветушки! Ребята, мы будем играть в прятки, в троечка. Значит, поставьте за видео лайк обязательно от всей души. Класните на этот лайк. Вам же не сложно, нам приятно, понимаете, ребята? И подпишитесь. Очень хорошие игры будут. Все наши каналы. Что ж, давайте определим, кто у нас прячется, а кто водит. Карта офигительная. Я прячусь, все. Я прячусь. Ты не часто вот, давайте хотя бы на камень, ножницы, бумага. Давай, камень, ножницы, бумага, суефа. У меня ножницы. Мы выиграли, у меня камень. Все нормально. Ага, что ты врешь? В смысле, реально, вот у меня камень в руке, потом видосик посмотрим, все узнаешь. Ладно, все, мы с Авчиком играем сейчас тогда. Камень, ножницы, бумага, суефа. Что у тебя? У меня булыжник. И у меня булыжник. Камень, ножницы, бумага, суефа. Что у тебя? Булыжник. У меня ножницы. Ну ладно, я сикер. Значит, ладно, сикер. Все, давайте, давайте за хайдеров и нажимайте старт. Погнали! Так, Руслан, смотри, здесь надо как можно быстрее ныкаться. Тут вообще, короче, мы играем на двух кораблях, и воду падать нельзя. Давайте, давайте, у нас там все равно сныкаться не получится, понимаете, ребята? У меня 30 секунд. А, Савчик, вот ты что, блин, я распутался. Савчик, быстрее ныкайся куда-нибудь, ты что стоишь, что, блин, просто? Так ты мне мешаешь. Кстати, что ты объясни Савчику, что здесь еще можно собирать крутые бусты. Да, короче, здесь всякие ништячки еще есть. Но эти ништячки, они больше для того, кто ищет, потому что, ну, всякие ему там привилегии лучше. Я, кажется, сифон. Вот и я вообще тоже мощный чувачок какой-то. Савчик, ты зачем за мной это залез? О, дурачок, я начал что ли? Искать, пацаны, пацаненок, Савчик, а? Подсказочку мне, пацаны, пожалуйста. Мы не на корабле, и мы тебя видим. Ого! Да, просто здесь. Савчик, да, ты его видишь? Я вас сейчас найду, пацаны. А, я знаю, где вы, кажется. Где? Ну, давай попробуем угадать. Савчик, ты его видишь или нет? Зачем ты рядом со мной это пошли? Нет! Это Савчик глупенький за мной пошел, дурачело, нафига ты это сделал? Ты, блин, я же тебе сказал, не иди за мной. Так, а чё, я просто не знаю, куда мне идти нужно. Так я тоже не знаю. Ты, надеюсь, сейчас ты хотя бы за мной не побежал? А, вы, наверное, в корабле сейчас. Опа! Не-не, я же тебе говорю, мы не в корабле. Да, точно, уверен? И не на кораблях. Прям на 100% на кораблях, может быть. Ага, ну ты сказал не на кораблях. А мы нигде вообще, мы спрятались так. Да, мы просто нигде, у тебя осталось 400 секундочек всего лишь. Понял? Блин, быстрее гасись, блин, я воду упал случайно, ёлки ударил. Быстрее сюда, блин, а как ты? Я выиграл. Ты как это сделал, ты что, с самого начала что ли спалил? Лошары. Офигеть, какой ты вообще бешеный, ты как это сделал с самого начала-то, блин? Савчик, ты что меня не видел, я прям на тебя полз, ты вниз смотрел. Савчик, ты нас подставил. Ты какой ты, короче, вообще, раз, давай, ладно, я, короче... Все, да, теперь ты Галя. Да? Да, я Галя. Да, все, ты Галя, все, я Хайдер. О, Кубик, сейчас мы с тобой спрячемся. Пойдем за мной, я тебе нынче подниму. Ребятки, знаете, что теперь я не Савчик, а я Галя. Меня Галя. Ну ладно, приятно познакомиться. Хреново. Так, короче, в этот раз я тебе какое-то другое место, я думаю, что они меня не найдут. Ну уже практически все заныкались, короче говоря, я тут знаю одну офигительную просто нычку. Я не знаю, как до нее добраться, правда. Так, сейчас придумаю. Я тоже не знаю, как добраться. Знаете что? Блин, надо другое место ныкаться. А я все нычки-то не знаю, которые тут есть. Так мы тоже не знаем. Вообще, это просто, я не знаю, это просто взрыв мозга. Ладно, я буду Сашечкой побить. Саша, ты меня 100% не найдешь, это вообще офигительная нычка. Да, и меня тоже, я тебя, Савчик, уже видел. Ты на кораблях там что-то бегал, да? Нет. Так, погоди, Владос, ты его сейчас видишь или нет? Где он там бегает? Погоди, я его ник на тебя сейчас. Я пропал из моего поля зрения, у меня... Я его тоже не могу найти, Савчик, ты где? Я из-за матча не вижу. Да, Кубик, я-то знаю где, понятно, ты его не можешь найти, ты его вообще, в принципе, видеть не должен. Почему так? В смысле? Никто мне должен его показываться вроде как? А, ну, никогда, как бы, ну, блин, тут много всего такого мешающего, что ну, это... может опа, соприкасаться опа, с его ником. Я его видел, ты, Саша, что... куда? Саша, куда ты бежишь там? Да вы чё, офигели в туалет, вы куда офигели? В смысле, мы просто твой ник смотрим и видим, ты чё на шифт-то сел? Он меня не спалил вообще никак, я не понимаю, Савчик. Ну, ты что, рядом с ним, что ли, где-то? Блин, вы пацаны. Он ладно, Савчик, я тебе дам подсказку. Я в корабле, прямо внутри, вот там внизу где-то прячусь. Тебя со мной не я знаю, что он в корабле был. Владус, а ты где? Оп, в воду упал. А, нельзя в воду, Савчик, падать. Савчик, ты кажется, говорил, в воду нельзя падать. Ты чё глупенький-то такой? Да, давай, сейчас у него эффекты пройдут. Короче, Владус, знаешь, чтобы было интереснее, будем перебегать еще, а то так сидеть интересно вообще. Согласен, согласен, я уже перебегаю. Я уже тоже перебежал, только я не знаю куда, блин, отсюда даже выхода нет. Ну ладно, посижу здесь тогда немного. Огонь, так, огонь, нифига я собрал, я лук подобрал, пацаны. В смысле, зачем тебе этот лук, он же должен, этот, куча луков. Я такие нычки в день нашел. Зачем тебе нычки, ты же нас ищешь, дурачок.
Ищи нас, блин, а не нычки, Савчик, ты офигел, Савчик, так, надо сейчас говорить аккуратненько. Так, я скорость, сейчас найду. Мне не нужна. О, эндерперлы, я забрал один эндерперл. А зачем у тебя нужен? Я не знаю, только что они дают. Вот эти эндерперлы. Так они просто так нужны, они не телепортируют. Они специфичные, они ничего не дают, вот так вот. Так, короче, я думаю, лучше сейчас двигаться. Я сейчас а вы меня не обманываете? Нет, конечно, зачем я тебя обманываю? О, я Савчика вижу. Смотри, Савчик, вот он я. Пам-пам-пам-пам. Савчик, где? Где? Я и промазал. А вот я Савчика тоже вижу. Савчик, смотри, я на тебя прямо смотрю, ты меня видишь. Я в тебя сейчас из пушки стреляну, у тебя еще 350 секунд. Ну, ладно, смотри, где? Ты где? Пацанята, как вам до вас все дойти вообще до всех? Жесть, жесть, жесть. Ладус, ты куда побежал-то от него? Ты что, ты куда сгасился-то? Нифига себе ты. А где вы, пацанята? Да, я тебя вижу, короче, смотри, где я. Ну, сейчас ты поднимешься, я тебе скажу. Мы прячемся. У меня жив не отнимается, когда я падаю. Не-не-не, если только ты воду падаешь. Не-не-не, жизни не отнимаются. Савчик, смотри, я тебе дам подсказку. Смотри, смотри налево. Налево? Ты где? Я... Во-во, ну, Савчик, ты смотришь прямо на меня. Ты что, глупенький, что ли? Как ты там оказался? А я просто перебежал. Гобик, ты там? Да, ты где? Нифига, я там тоже был. Только что там был? Так, сейчас. Да, я там тоже был. Помнишь ту ловушку крутую? Да-да-да, только я не знаю, как ее активировать. Владус, ты же мне так и не сказал, блин, это. Ой! Кубик, где меня? Давай-давай-давай. Где меня? Я вернулся к очень где. Да. Савчик, смотри, мы теперь здесь вместе. Да, Савчик, давай-давай, попробуй искать. Как мы туда вообще попали, пацаны? Просто запаркурили. Паркур есть. Нет, кстати, не айти, здесь нельзя паркурить. В смысле, вот смотри, иди к нам прямо, и увидишь все. Кубик, за нас отходить. Так, давай. Сюда надо бежать, наверное, вроде бы. Савчик, мы здесь. Вы меня не спугнули. Я понял, все, я понял, как она активируется. Нифига себе, нычка, давай, ладно, спеси сюда. Савчик назад, так ты куда? Он улетел, упал, что ли? Я улетел. Савчик, назад, иди, смотри, вот сюда. Савчик, иди сюда, ты что, тут вообще нычка такая мощная, прям топовая. Балки. Он на мачту взлетел. Зачем? Прыгай на паркур, короче. Блин. Оп. Ты нас не догонишь. Вот он в воду. Вы действительно в читеры. Вот глупый, а. Вы вот все знаете. Почему читеры-то? Да вы все знаете, а я не все знаю. Так мы ничего не знаем вообще, да абсолютно. Тебе. Мы знаем-то. А, одну с половиной нычки знаем. Давай, паркур сюда, я тебе объясню, куда идти. Сейчас мы его... Да. Тихо, нужно бежать сюда, ё-моё. Так, сейчас. Ну, я аккуратно... Да дурак, что ли, поставь. Я случайно. Все. Тихо. Фух, она появилась. Чё? Савчик, вот сюда. О, хорош, блядь! Блин, он что, тебя поймал, что ли? Стой! Он жив! А, мой эндерперл меня спас, кажись! Валим! Где он? Куда бежать? Это сейчас, ёлки-палки! Офигеть, нифига, это сейчас эпик вообще какой-то был жесткий! Куда бежать? Где выход отсюда? Я просто перепугался! Савчик, подожди, а ты упал в воду все-таки? Нет. Как? О, капец, не повезло, ёлки-палки! Савчик, ты же меня хотя бы не видишь? Савчик, оставь меня, пожалуйста! Нет! Савчик, а ты где? Вы что там? Ладно, да ты уже стикер. Я увидел какую-то штуку. А, я тоже ищу, что ли? Серьезно? Вот я просто не купил. Я просто не знал. Не-не-не, Савчик, ты ничего не знаешь. Ой, пацанят, у меня подлагивает, тут как, господи. Подожди, я какой-то эффект использовал, я не знаю, как он переводится. Офигеть, быстрее, гасимся, чтобы меня не спалили. Так, Купик, кажется, мы тебя видим. Тебя уже спалили. Где вы меня видите? Мы тебя сейчас найдем, у нас 170 секунд. Он на корабле, если что. Блин, нет, куда гаситься? Да, я куда гаситься? Да, я видел, как он куда-то пыхался. Просто бежу. Мне нужно найти выход, блин, я не понимаю, где выход. Но я на всякий случай здесь все посмотрю. Так, быстрее, надо гаситься, быстрее. Вон, я, короче, еще нашел такую женышку, блин, и ты сейчас попадешься в нее, прям 100%. Да. Неровно, короче, ловушка сработала, поэтому так, жаль. Так, где у нас? Опа, кубик? Еще о, один эффект, еще одна стелька, нормалек. Чуваки, вы где? Что у меня не сработало? Мне залагало, опа, не сработало. Я кого-то вижу, Владус, а я тебя вижу. Владус, я тебе дам подсказочку, я не там. Так, подожди. Я буду понял, где кубик находится. Где же я? На корабле. Не-не, вот. Чувак. Стойте, Владус, я тебя вижу, но ты меня сейчас не найдешь. Ой, я лучше слышу. Уверен? Да. Вот ты, Савчик, это ты? Савчик, блин, там такой идет пешочечком, значит. Слушай, ты уверен, что я тебе... Ты дурак? Ой, ты меня не найдешь никогда. Савчик, иди сюда, быстрее, потому что, блин, тут... Опа, ну, я вижу Савчика, Савчик, где-где, у тебя нифига не получится. Тебе, будь ты... на втором корабле, он прилетит туда, будь на втором корабле. Сейчас я понимаю, Савчушка, где я? Я знаю, где я. О, вон он полетел! Блин, быстрее, гасимся от них, быстрее! Савчик, нет! Капец, да как так-то?
Офигеть, вообще эпик был жесткий. Да, просто сработало все как надо. Капец, у меня с мурашки по всему телу бегают. Это просто вообще капец. Получается, сейчас я стикер буду. Капец. Да, мы хайдеры. Все, Савчик, ты заходи за хайдеры, не забывай. Я так испугался, просто капец. Так, а я пока здесь попаркурю, чуваки. Давайте, короче, вы пока прячетесь. Все остальные подписчики должны поставить лайкосики. Да, а смотрите, ребята, на... если вы хотите продолжение пряток, обязательно прям сейчас, прям сейчас. Да, прям сейчас, целая куча лайков. Скиньте, да, видео другу обязательно, чтобы он тоже лайк свой поставил. Да, блин, что я даже паркурить не могу, с какого фига? Оп, получилось, все нормально. Пацаны, я сейчас уже пойду через 4 секундочки вас искать. Раз, два, и погнали. Все, пацаны, там кранты. Сколько это фига? 70 секунд у тебя есть, пипец, ты нас вообще не найдешь. Это целых 470 секунд, чтобы вас поймать. Я где вообще оказался-то? Где ты оказался? О, Купик убежал куда-то, я увидел. А, стоять, ладно, оп. Ага. Ой, нет, блин, ой, нет, блин, я в воду провалился, елки-палки. А, да, тебе получил. Сейчас воду сейчас не пойму быстро. Палки, палки, палки. Савчик, ты где? Блин, да что у меня так лагает? Да что за фигня получилась такая? Так, Ладус, ты где? Не знаю. Ну, может, ты подскажешь? Вот я же вам подсказочки давал, почему вы не даете? Мы, я такого времени еще слишком мало для подсказочек, ты че? Ну ладно, уговорил я пока что вас тогда, сам пробую поискать. А как эти брать, дополнения всякие? Ну просто там, допустим, зельку, ты пьешь и все. Так. Понял вас, пацаны, я так, готов. Пацаны, Купик, я тебя не вижу вообще. Я тебя тоже не вижу, потому что я тебя... Так, ладно, сейчас, короче, я пойду быстро тебя найду. Ты, Владус, в нычке сидишь хотя бы или нет? Скажи хотя бы это. О, все, я тебя увидел, молодец. А ты выше меня или ниже? Я его тоже увидел. Так, вы, пацаны, офигели, где вы ныкаетесь? А ты? Стой, я же надеюсь, у вас здесь хотя бы нигде нету. Так, чуваки, вы меня видите? Нифига, я что нашел этот кубик, ты меня вообще никогда в жизни не видел. Хорошо, ты меня, говорю, вот прям хорошо видишь или только мой ник? Не, я уже вообще уже не вижу, я тут не вижу. А Савчик, ты мой ник видишь только или меня полностью? А, я может быть, это и надо киндер-перла. Я не знаю, вообще, так, значит, немного мы не разбираемся в этой карте до конца. Фейерверк. О, что, минус 10 секунд, чувак, я тебе минус 10 ты секунд. Ты офигел, что ли, в смысле? Тогда дай мне подсказку для этого. Жесть. Вот это лол, конечно, а я не знал, что он так работает. Ого, тут нычки, так, пипец, Купик, если я здесь останусь навсегда, ты меня никогда не найдешь. Да, хорошо, я тебя понял, я тебя никогда не найду, сейчас ты быстро попадешься в ловушечку. Уверен? Угу, прям на 100%. О, май. Так, подожди, Владус, я видел, что Купик, он заходил куда-то в, как его, в корабль. Не-не-не, Савчик, ты ничего не видел, вообще не говорю. Я только что оттуда вышел за его спиной. В смысле, серьезно, что ли, ты как это сделал, Владус? Да, я тебя вообще провел просто как лошару. Я тоже. Капец ты, ну ладно, сейчас я вас быстро найду тогда. Тогда, пацаны, дайте мне подсказочку, пожалуйста, ну пожалуйста, вообще. А, фигушки, тебе подсказочку. Так, стопы, я дам тебе подсказочку. Давай. Вот смотрите, как это должно было работать. И, блин, не получилось в прошлый раз. Ну, так, скорость. А я думаю, не я нашел скорость, только я не могу ее подобрать. Эй! А как она использовать? Непонятно, а я ладно. Я тоже пытался ее подобрать. Так. Пацаны, я нашел лук. Вам кранты. Только главное мне ваши дети. Давай, попробуй. Кубик, у тебя не получится, ничего не выйдет. Так, а вы меня хотя бы видите или нет? Я как могу вообще, я по нычкам здесь бегаю, ты меня не можешь найти и не сможешь. Да вообще не могу найти, просто капец, какие-то нычки здесь вообще мощные. Блин, да что за фигня, почему не могу вас найти? Сейчас я найду этот эндерпел. Короче, да, гениально. Че гениально, ну-ка расскажи. А, кого? Гениальный плов-то. Так расскажите мне, кто гениальный шипал. Эй, его, кажется, там нет. Ай, черт возьми. Владус, я нашел нычку, которую он никогда в жизни вообще не найдет. Савчик, ты хотя бы скажи, да, ты там на месте сидишь или ты перебегаешь? Савчик, мы договорились, что ты перебегаешь. А я еще ни разу на месте не сидел. Вот именно, чувак, мы на месте не сидим. А у меня там просто странно получается. Я прибегаю на один корабль, а ты на другой прибегаешь. И все, мы с тобой разминулись так. Серьезно? Ладно, кранты тебе, Савчик. Оп! Купик! Ой, ладно, блин, я перепутал круг, я случайно не допрыгнул, елки-палки. А кто там был? Савчик или Владус? На кого я смотрел только что? Я не знаю, я вообще невидимкой бегаю. Значит, это был Савчик. Савчик, тебе кранты. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Купик, ты куда это полез? Я никуда, тебе показалось. Шесть, вообще эти прятки офигительные, я не знаю. Да, вообще мощный, просто капец. Ой, залагало. Ой, Савчик, беги быстрее! Савчик, тебе кранты! Красава, и Савчик, ты гений! В смысле, что такое? Здесь что, какой-то телепорт, что ли, есть? Я не буду говорить, что он сделал. Пацаны, здесь какой-то телепорт, что ли, что он сделал? Купик!
Чего произошло? Ну-ка скажите мне, пожалуйста. Я тебя обвел, как не знаю чего. А что такое-то произошло? В чате минус 10 секунд. На, минус 10 секунд. Да вот, уже осталось всего лишь 3 минуты. Давайте какую-нибудь подсказочку-то хотя бы. Чего вы молчите, блин? Иди, давай, мы... Да, мы я на корабле. Так, пацаны, как вы на корабле сидите? А тут можно кубик убить? Нет, не получится. У тебя никак. Если только ты сейчас... Да, да, Савчик, можно. Иди ко мне прямо, я... и ты меня убьешь. А, да, бегу, я на корабле. Ты что ли обманывать его? Я не обманываю вообще-то. Блин, я опять воду провалился. Да что за фигня-то? Почему я такой неустойчивый, блин? Капец какой это все, пацаны, зам кранты, зам по львову сейчас кранты. Я тоже не понял, как он это сделал, Савчик. Он гений, он просто гей сделал, ну это вообще фишка. А вы мне секрет расскажете потом, как вы это сделали или нет? Да, может быть, скажем. Ну все, договорились. Кубик, ты меня видишь? Да, вижу, так. Ага, я понял вас, офигевший, а? А вот и что сделал, Савчик! Офигеть, что-то так умно было! Савчик, здорово! Так, где вы? А где вы? А ты как так быстро тут телепортировался? Стой, подожди, я не понял. Стоп, подожди. Я не понял. А вы... Это... Я сейчас вообще ничего не понял. Как там что было-то? Вы просто воду падали или нет? Я тоже ничего не понял, развели два раза. Ой, Владон! Ты его видел? Капец. Я вас не вижу, с какого фига вы где навикаетесь-то, блин? Скажите хоть что-нибудь, пожалуйста. Да мы на кораблях сидим, чилимся. А как почему я вас не вижу тогда? Стоп. Надо, не стоит, не стоит, пожалуйста. Погоди, ты где-то здесь был? Что делать? Не совершай... Не совершай ошибку, кубик! Савчик, беги! Он меня пошел! Блин, ё-моё, так где вы ныкаетесь? Стоп, я же вас только что видел. Куда вы испепелились-то опять, оба? Погодите, пацаны, да пожалуйста, постойте на месте где-нибудь и все. Чё? А мы стоим на месте, вот я здесь. Конечно. Ты меня видишь? Где ты здесь? Жесть, нормально, ребята, это вообще жесть какая-то, о, нет. Как вы так быстро перебегаете, я вообще не понимаю вас. Опа, есть, первый готов. Ты чё, Савчик? Так, кто ещё? Где Владус? Савчик, быстрее ещё Владуса, где он сидит здесь? Куда, пацаны, вы меня не найдете, я буду сидеть здесь до конца. Ты офигел, я же вообще был около тебя, капец, блин, Савчик. С какого фига? Ты офигел, Савчик, в смысле не будешь, давай еще быстрее. Это вообще-то нечестно, быстрее у вас, Савчик, осталось 40 секунд всего лишь. Я подумал, как сныкаться. Савчик, просто ты нубас, и ты даже нифига не можешь ничего сделать вот из этого. Давай, давай, давай. Я ищу. Не сыр, не давайте. Так, стоп. Блин, это не Владус, да ёлки-палки! Жесть! Владус, а ты что, на месте опять сидишь где-то? Ладно, давайте подсказку, подсказки не будет. О, нифига себе, какая гениальнейшая подсказка! Я таких еще никогда в жизни не встречал! Да? 20 секунд, пацаны, 20 секунд! Так 20 секунд, а ты что на месте-то, Владус, сидишь? Это же вообще неинтересно! На улицу, ну! А в смысле, я не сижу на месте, кто вам сказал, что я на месте сижу? Так, потому что ты так молчишь, странно очень! Ой, ё-моё, ёлки-палки! Капец, сделай секунду, походу, Савчик, мы с тобой снились! А вы мне ещё говорите, что я на месте сижу, нет? Савчик, ты как его пропукал-то, блин, где он? Где он? Это, Савчик, ты или нет? Сзади! Это ты был, что ли? Блин, я думал, что это Владус, я перепутал, ёлки-палки! Да! Ну ладно! Оу май гад! Капец, это вообще было, капец, как мощно! Профессионал, просто никогда меня бы не нашли! Ну тебе, Владус, просто повезло, честно говоря! На наши каналы обязательно поставьте лайкосики и жмите на колокольчик, это был Владус Мармелад. И кубик Покедова.